Добрый день. У нас сегодня в обзоре три детектора присутствия. Два из них Изилюкс, один Лаксон и один уличный. Начнем, в принципе, с Лаксона. В принципе, самый предпочтительный детектор присутствия. Работает по радиоканалу. Питание подается либо от батареек, либо от блока питания 24 вольта. Очень легко монтируется в потолок. Благодаря вот такой вот подставочке, которая монтируется, и детектор очень просто в нее вставляется. Параметры, в принципе, у всех трех устройств одинаковые. Это 360 градусов, 110 и 8 метров обнаружения. Вполне достаточно для большого жилого помещения. Точно такой же детектор, но уже только проводной. Это компания Изилюкс. Параметры совершенно идентичные. Да, еще хочу отметить, что в каждом из данных детекторов присутствует детектор освещаемости. То есть можно передать параметр, сколько света сейчас в комнате, насколько насыщена комната светом. То ли это темно, то ли светло. И, соответственно, благодаря этим параметрам можно определять, какая яркость в комнате, либо выключить, либо включить, в зависимости от уличного освещения. Вот такой вот детектор Изилюкс, совершенно аналогичный, только чисто проводной, питается 24 вольта. И уличный. Параметры у него немножко посерьезнее, так как он рассчитан на улицу. Он обладает IP54, то есть, в принципе, может работать зимой до минус 15, и ему не страшен дождь. Вот такие вот детекторы присутствия. Спасибо. Всего доброго.